Добрый день! В седьмой по счету лекции мы будем говорить про глазное дно. Для его изучения нам понадобится офтальмоскоп. Перед исследованием необходимо убедиться, что фокусировка аппарата правильная. Так, если пациент близорук, крутить фокусировочное колесико следует против часовой стрелки. Если дальнозорок, по часовой. Стандартный селектор светового пучка используется для повседневного использования. Узкий для изучения макулы. Решетка или прицел для измерения углубления диска зрительного нерва. Зеленый рефлекс для выявления геморрагий. На зеленом красный цвет геморрагий кажется более темным. Типичные ошибки. Второе фокусировочное колесико на плюс-минус 20 не установлено на 0. Выставлен неправильный режим светового пучка. Или кольцо на середине между двумя значениями. Не открыта крышка аппарата, сели батарейки. Это самая частая проблема. Что же нужно делать? Выключите свет и зашторите шторы. Сядьте напротив пациента так, чтобы ваши глаза находились на одном уровне с глазами пациента. Проверьте, что фокус установлен правильно. Подсветка работает. Режим светового пучка выбран верно. Попросите пациента смотреть на удаленный предмет, находящийся на уровне его глаз. Для обследования правого глаза возьмите офтальмоскоп в свою правую руку, приблизьтесь к пациенту с правой стороны. Смотрите в его правый глаз с расстояния примерно 30 см при помощи офтальмоскопа под углом примерно 15 градусов от точки фиксации. Мысленной целью является центр затылочной кости пациента. Зрачок при этом должен показаться розовым, как на фотографиях с эффектом красных глаз. Это называется красный рефлекс. Помутнение в глазу, заметные катаракты или взвешенные частицы при этом предстают в виде силуэтов. Катаракт обычно имеет тонкую паутинообразную структуру. Поднесите офтальмоскоп ближе и разместите на расстоянии 1-2 см от глаза. Если вы все сделали правильно, вы должны увидеть диск зрительного нерва. Если нет, прицелитесь на кровеносный сосуд и двигайтесь по нему. Острые углы расходящихся сосудов зададут направление движения. Если ничего не получается, начните заново. Примечание. Глаза пациента, точка фиксации, офтальмоскоп и глаз врача должны быть на одном уровне. Если перед вами пациент с удаленным хрусталиком, используйте плюсовые линзы или обследуйте пациента, когда он в очках. Посмотрите на диск зрительного нерва. Отметьте цвет. Оцените край диска, он четкий или нет. Посмотрите на углубление для входа-выхода сосудов. Посмотрите на сосуды. Артерии, более светлые, должны составлять 2/3 по ширине от вен. Вены по цвету напоминают бургундское вино. Оцените диаметр артерии. Оцените артериовенозные соединения. Оцените структуру сосудов. Посмотрите на вены сетчатки, как они входят в углубление диска, и отметьте, если они пульсируют, идя от выпуклой части к вогнутой. Это лучшее доказательство того, что вы видите вены, входящие в углубление диска. Осмотрите глазное дно в целом. Посмотрите на области, примыкающие к сосудам. Изучите все 4 квадранта тщательно и последовательно. Диск зрительного нерва в норме имеет четкие границы и желто-розовую окраску. При этом его внутренняя половина имеет более насыщенный цвет в связи с более обильным кровоснабжением. Физиологическая экскавация слегка смещена к носовой части диска и составляет не более 50% от диаметра диска. Набухание диска зрительного нерва может быть следствием отека диска или папиллита. Отек обычно идет к большему набуханию с выпячиванием краев диска, обычно не ассоциируется с нарушением зрения, но при этом может расширяться слепое пятно. Папиллит ассоциируется со зрительными нарушениями, особенно центральными скотомами. Разницу между папиллой эдемой, отеком, папиллитом можно запомнить так. Вы не видите ничего, то есть не можете найти диск, плюс пациент видит все, нормальное зрение. Это отек соска. Вы не видите ничего, и пациент не видит ничего, грубые зрительные нарушения. А это папиллит. Вы видите все, диск выглядит нормально, пациент не видит ничего. Это ретробульбарный неврит. Основная причина отека соска зрительного нерва – повышение внутричерепного давления. Однако отсутствие отека не исключает его повышение.
Редкие причины отека – злокачественная гипертония, гиперкапния. Типичная причина папилита – рассеянный склероз. Также папилит часто бывает идиопатическим. Типичные ошибки. Смазанный назальный край диска – норма, но это часто путают с отеком. Бледность височной половины диска часто интерпретируют как аномалию, хотя в норме височной половины и так бледнее носовой. Миопическое глазное дно. Глаз большой, диск выглядит бледнее, что путает с атрофией диска. Гиперметропическое глазное дно. Глаз маленький, диск выглядит уплотненным, что путает с отеком соска. Друзы, коллоидные тела, которые могут обнаруживаться на диске, путают с отеком соска. Пигментация края диска. Норма. Иногда из-за этого диск выглядит бледнее. Миелинизированные нервные волокна. Это непрозрачные белые волокна, обычно расходящиеся от диска. Их могут путать с отеком. Кстати, что мы можем увидеть на слайде? При глаукоме диск серый, экскавация расширенная и занимает 90% площади диска, при норме 50%. При отеке диск зрительного нерва гиперемирован, значительно увеличен в диаметре, глазницы размыты, имеется состояние в стекловидное тело. Сосуды резко изменены и прикрыты отечной тканью. Мы видим кровоизлияние на диск зрительного нерва и окружающей сетчатки. Выявляются ватообразные очаги, участки перерожденных нервных волокон. При атрофии диска зрительного нерва цвет его однородно бледный, границы четкие. Цвет атрофичного диска объясняется тем, что в нем запустевают сосуды, прежде всего капилляры, а нервные волокна заменяются элементами соединительной ткани. Первичная атрофия диска развивается вследствие рассеянного склероза, компрессии зрительного нерва или его ишемии. Редкие причины – дефицит витаминов В1 или В12, а также различные врожденные аномалии. Вторичная атрофия развивается вследствие отека диска. Что еще мы можем оценить на глазном дне помимо диска? Ну, во-первых, сосуды, на что следует обратить внимание. Неравномерный калибр сосудов, артериовенозное защемление, сужение вмен в месте пересечения с артериями. Неоваскуляризация, новообразованные сосуды выглядят как лист папоротника, часто около диска, часто проминируют стекловидное тело и потому могут быть не в фокусе. Пульсация вен сетчатки – нормальный феномен, если совпадает с сердечным пульсом и наблюдается в пределах диска зрительного нерва. Пульсация вен сетчатки – это признак нормального внутричерепного давления. Впрочем, у 15% людей в норме пульсации не видно. Таким образом, отсутствие пульсации может быть как вариантом нормы, так и признаком повышенного давления. Типичные ошибки при исследовании сосудов. Хориоидальная артерия – это маленький сосуд, идущий от края диска к макуле. Его путают с новообразованным сосудом. Также следует отметить, что извитые сосуды – это вариант нормы. Что мы можем увидеть на слайде? Первое. Пролиферативная диабетическая ретинопатия. Видны новообразованные сосуды на диске и сетчатке, множественные кровоизлияния и микроаневризмы. Второе. Тромбоз центральной вены сетчатки. Диффузные кровоизлияния во всех четырех квадрантах сетчатки, вены резко расширены, извитые, отек диска. Глазное дно имеет вид раздавленного помидора. Третье. Окклюзия центральной артерии сетчатки. Выраженное побледнение сетчатки в заднем полюсе, сужение артериол, красное пятно в центре макулы, просвечивают сосуды хориоидеи. Симптом вишневой косточки. Ну а на что же еще следует обратить внимание на глазном дне, помимо диска и сосудов? Фон сетчатки. Пигментированный фон – это вариант нормы, особенно среди лиц с темным цветом кожи. Если пигмент располагается в виде полосок, это называется тигроидная пигментация. Бледный фон чистый, характерен для людей со светлой кожей. Пятнистый. Макула выглядит как вишнево-красное пятно, сосуды сужены. Такое наблюдается при окклюзии артерии сетчатки, как уже отмечалось на предыдущем слайде. Дефекты красного цвета. Точечные геморрагии, микроаневризмы по соседству с сосудами. Пятнистые геморрагии, кровотечение в глубоком слое сетчатки из разрыва микроаневризм. Точки и пятна часто наблюдаются при диабетической ретинопатии. Геморрагии в виде языков пламени. Поверхностное кровоизлияние ограничено нервными волокнами, расходящимися веером от диска. Наблюдается при гипертензивной ретинопатии. Кстати, гипертензивная ретинопатия имеет свои стадии. На первой стадии наблюдается сужение артерий, неравномерный калибр сосудов. Второй стадии – артериовенозное защемление или зажатие.
сужение просветов сосудов в месте их пересечения. Третья стадия геморрагии в виде языков пламени, твердые эксудаты и ватные пятна. И четвертая стадия папилоэдема или отек соска. Багровое кровоизлияние наблюдается при тромбозе вен сетчатки. Могут быть в одной четверти или в половине сетчатки. Субстекловидное кровоизлияние – это нерегулярные поверхностные кровоизлияния, обычно с плоской верхушкой. Могут наблюдаться при субарахноидальных кровоизлияниях. Дефекты белого или желтого цвета, твердые эксудаты, желтоватые дефекты с острыми краями. Могут выстраиваться в кольцо вокруг макулы, макулярная звезда. Наблюдаются при диабете и гипертонии. Пятна в виде клочков ваты, пушистые белые пятна, также называемые мягкими эксудатами. Причиной служат инфаркты сетчатки. Могут наблюдаться при диабете, системной красной волчанке и СПИДе. Дефекты черного цвета. Родинки – это плоские, обычно округлые образования, вариант нормы. Лазерные ожоги – округлое образование с ровными черными краями, обычно расположенные в регулярном порядке. Их часто путают с пигментным ретинитом. Последний встречается редко. Для него характерны черные образования по периферии сетчатки, напоминающие иглы морских ежей. Меланома – поднимающая над поверхность злокачественной опухоли с неровной поверхностью и краями. Что можем увидеть на слайде? Первое. Состояние после лазерной коагуляции сетчатки у пациента с диабетической ретинопатией. Второе. Отслойка сетчатки. Отслойная сетчатка полупрозрачна, обычно лежит складками. Третье. Возрастная макулярная дегенерация, сухая форма. Светлые очаги атрофии сетчатки в макулярной области. Заболевание всегда двустороннее. Четвертое. Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма. Макулярный отек, ретинальные эксудаты, субретинальный фиброз, хорионретинальная неоваскулярная мембрана. Благодарю за внимание.